Вот моя пасека. 4 дня назад вот в этот улей залетел чужой рой. Я видео снял, выложил. 2 дня стояла плохая погода. Потом вот солнышко появилось. Уже 2-й день. Пчелы работают, но обещают опять грозу, дождь, я уж не знаю. Пока вот я утром встал, все нормально. Ну, я хотел 5 дней их не тревожить. Но вот прошло 4 дня, решил все-таки заглянуть, что у них там и как. Вот в один верхний леток хорошо летают, а в 2 других не очень. И вот здесь под крышей что-то они летают. Тоже посмотрю. Вот он улей. Ага. Сейчас загляну, погляжу, какая у них там жизнь. Пчелки, как вы себя чувствуете? Я вас немножко подымлю. Пчелики, открываем крышечку. Утепления тут мало, вот где-то здесь летают. Ага, дырка какая-то есть. Пчелки. Ух, утепление. Берем. Холстик какой-то не очень. Ага. Рамки я широко как поставил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 рамок. Наверное, еще рамка бы одна вошла. Во. Но они занимают 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок освоили. Сейчас я посмотрю с краю, рамочку уберем. Вот это даже пустая рамочка. Ага. Ну, рой-то большой был. А сейчас они спокойно так себя ведут, главное. Я думал их почистить что-нибудь. Вот эта рамка мне не нравится. Что-то в ней плохое. Заменю. А вот здесь. Вот эта рамка тоже мне не очень нравится. Ну-ка. Пчелики. Ладно, я вас стряхну. У меня есть в запасе. Ага. Пчелики. Процесс почищу, рамки то ставлю в ловушку, не очень хорошие. Во. Можно почистить, убрать мусор. Они начали уже вон чистить, наводят порядок, наводят. Ага. Пчелки спокойные. Вчера вот я в пару ульев залазил, а они на меня нападали. А эти пока еще не напали. Ну-ка, во-во, начинают осваивать. Рамка так себе. Во. Спокойные, черненькие пчелики. Ага. Вот тут вот мне не нравится, конечно, что вы лазаете вот где-то здесь. Ну так, средненький райок. Конечно, когда он летел-то, мне показалось, ух, их тут много-много.
Во. Во, что-то осваивает. Во. Процесс идет у них. Ну, эту рамку они отстроят. Я смещу вот сюда. Ну-ка. Они там внизу все заняли. Уй, да. Вон они какие. Не буду уж их плашмя-то ставить. Во. А да что, спокойные. Прямо как стойки. Ага. Ну, пока другого холстика я им не буду давать. Вот этим закрою. А то запах другой почуют. Все думают, что пчелы, ну, это такие какие-то существа, у которых не вкуса, не запаха. Они все чуют, все чуют. Вот. Еще уберу тут. Да. Ух. Пчелики такие. Хорошие пчелики. Вот. Мусор уже. Вот. Такой улей простой. Поставишь вот такие рамки плохие. Так они так и простоят. Ну, почистят, конечно. Может быть, немножко. А эти-то, ух, как стали. Во. Ой-ой-ой-ой. Вот. Да, тут рамки у меня что надо. Ничего, отстроят. Вот они что-то тут уже. Хотя, не знаю, расплода пока не вижу. Неужели с неплодной маткой? Ага. Ну, чтоб не злились, еще подымлю. Спокойные пчелки, спокойные. Прекрасные пчелки. Ну-ка, а здесь, ух, во, пчелики. Есть ли у вас тут засев? А чего? Вон есть, есть, есть. Засев и уже пошла. Ну, матку, конечно, тут. В такой массе пчел. Вот я в прошлом году где-то снимал улей, говорил, на двух-трех рамках. Тут семь рамок, они плотно, тесно так занимают. А жужукают не очень. Жужу-жужу. Жужу. Вот еще две рамки осталось здесь. Не пройденные мной. Тут-то совсем хорошо. Ну, еще подымим. О, процесс такой хороший. Эй, пчелики. О, здесь рамка получше, но тоже. Ух, сколько вас. Ух, сколько вас. Да, здесь килограмма 3-то должно вроде быть. Вот рамку достаю, одни пчелы, меда еще мало натащили, а по ощущению, что килограмма 1,5 она. Медовые рамки бывают и 2 килограмма, конечно. А бывает и 3. Угу. Ух, они что-то начинают немножко буянить. Ну, последнюю рамку вот
еще почищу. О, самая последняя рамка. А здесь они уже расплод не делают, а мед здесь, мед. Мед. Во. Ага. Ну, второй день только работает. Какое там? Два дня был такой дождь, такой всякой. Налило вообще, я на УАЗике еле проехал, где-то буксанул даже. Не, ну, никакой матки тут я не вижу. Ну, поставлю еще вот так, почищу немножко. Ага, ребята, хорошо вы себя чувствуете, хорошо. Ну, холстик загнулся. Подымим на ваше усмотрение. Вот так все загребем. Ух, как здорово. Хорошо работает, хорошо. Ну, мусор. Рой работает, так уж работает. Все чистит. Ну, улей-то нормальный. Ничего. Поставим еще вам рамочек. Вот таких. Ага. Вот такую рамочку я вам поставлю. Вот такую рамочку. Вот такую. Еще бы одну. Ага. А здесь вот. О, еще рамочка. Ну, почистите, понятно. О, ребята, я вам рамочку. А магазинчик вам поставить или не стоит? Ага. Тут у вас все прекрасно. Что-то я близко. Немножко рамки-то сделаю проходик поширше. А то ребятам на своем транспорте ездить неприглядно. Во. А что, поставлю-ка я вам магазин сразу. Скоро малина зацветет. А, ребят, давайте я вам магазин поставлю. Чтоб вы уж... Ну-ка, вот этот магазин войдет или не войдет? Сомневаюсь. О, этот магазин не входит. Ну-ка. А вот этот вот магазин поставлю и посмотрю, какие у вас будут настроения. Вот тут рамок, наверное, больше, чем... Я еще нынче не ставил магазины. Все, делю. Рои у меня нынче вряд ли полетят, ну, если полетят, так мы что... Мы не против. О, магазинные рамки вот такие. О. То из проволоки. Вот две разных. Здесь только верхняя планка деревянная, а здесь все четыре деревянные. А здесь проволока на три стороны. Здесь пасека у меня. Ну, занимаюсь-то больше 35 лет. А пасека здесь с 92 года. 30 лет. О, тоже юбилей.
И пасеки, вот на пасеку, на хорошую пасеку. Здесь как в раю, да? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 рамок я им поставил. Ой, да, и вот сюда поставлю. За магазин. Понравится, да? Осваивайте, что? Ребята хорошие, вот куда-то прилетели. Вот эта рамочка, это высокая попалась. Я ее заменю вот, вот с этой. О, уже чёлики налетели. Вот я эту поставлю. О, это нормально. А это пусть тут. А это тут. Здесь процесс, да, ох ты, конечно, не ахти какой, ну, для чужого-то роя годится, у меня в угодьях иногда вообще было, ой-ой-ой, не знаю что, а здесь-то, сейчас у меня холстики-то что, есть, есть. Если надо будет, так принесу. Вон шершень откуда-то прилетел. Ага. Шершень. Шершней вот бью. Только так. Не знаю, улетел или нет. Где-то сбил. Главное его сбить, шершня, а потом ногой затоптать, как настоящего врага. Вот. Будут осваивать хорошо, не будут. Ну-ка. Малина скоро, малина. О. Вот здесь вот они где-то летают. Я им что-нибудь. Вот рамки остались. Это внизу. Магазин не вошел. Тот. Все. Процесс я завершил. О, рой спокойный. Я к ним слазил. Все посмотрел, почистил. Что они не смогли вытащить. Расплод уже начинается. Пчелки работают. Магазин я им поставил. Теперь можно до, ну, до августа, да? И не смотреть. А летайте. Ну, конечно, у меня интерес-то иногда бывает заглянуть. Так я загляну, посмотрю. А можно и не смотреть. Процесс идет, контора пишет. О. Природа. Вот оттуда они прилетели. Так. И сюда. И здесь живут, работают в свое удовольствие. Всего хорошего. Решил обработать. Все отводки, ну и рой вот прилетевший бипином. У них сейчас расплода нет. Вот в этот рой-то я вчера залазил. А сегодня я пошел обрабатывать все безрасплодные семьи бипином. Ну так-то обрабатывают осенью. То два раза, а вот я, например, один раз обработаю, когда расплода нет. Вот вчера я к ним залазил, поставил магазин. Надо было бы вчера обработать, а вчера я что-то не пошел. О, они уже и магазин стали осваивать. Вот здесь
Я немножко. Ага. Придется мне убрать немножко рамки магазинные, чтобы обработать. Вон они пошли уже и в магазин. А что бы им не пойти? Они ребята хорошие. Они ребята, во, уже осваивают. Ой, что-то. Сегодня погода такая дождливая. Вчера ливень был. Да и сегодня так себе. Ну я весь-то магазин не буду убирать. А вот уберу немножко. Где? Над гнездом. Ага. Вот. Вот этот они плохо освоили. Ну вот этот вот еще что-то осваивает. Угу. О, ребята. Вот берем емкость с бифином и поливаем. Клещ такой нехороший. Ну ничего, вот им и хватит. Много не стоит. Верну рамки. Ничего. Сейчас погода теплая. Ну, бифин невкусный, понятно. И самому не хочется. Ну что делать, если клещ напал? Вот, когда я начинал, ну сколько, 36 лет уже прошло. А только клещ-то начинался, пришел. Старые пчеловоды даже не знали, чем его травить. Кто кислотой травил, кто чем. Забрали холстик, не нашел. Вот каким холстиком закрою. О, как раз. А то думаю. Все. Все. Нормально. Сейчас пойду остальные отводки обрабатывать. Бифином. Все прекрасно, хорошо.